Приветствую тебя, дорогой телезритель. Ты смотришь программу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Как всегда, в 13.05 мы начинаем вещать прямой эфир нашей программы 202-11-22. Присоединяйтесь к нам, станьте участниками нашего эфира, задавайте свои вопросы, ну и, конечно же, ждите розыгрыша призов. Что ж, ну, сегодня, я думаю, наша тема будет интересна в основном детям, ну и, конечно же, их родителям, потому что сегодня в Самаре стартует неделя детской и юношеской книги. Как же это событие пройдет в Самаре, что же ожидать, какие интересные мероприятия запланировали организаторы, ну, собственно говоря, и участники, наверное, потому что без участников такое событие не состоится. Как раз сегодня выясним в прямом эфире. 202-11-22, напоминаю вам телефон нашего эфира. Звоните, не стесняйтесь, конечно же, задавайте свои вопросы, включайтесь в беседу, мы очень рады и ждем ваших звонков. Итак, ну, а я, наверное, прочитаю сейчас имена, собственно говоря, наших гостей, которые пришли к нам сегодня в эфир. Знакомьтесь, приветствуйте, быть может, вспоминайте, потому что некие дамы у нас уже были, присутствовали в эфире. Итак, вам представляю Алину Бугранову, заместитель директора по развитию Самарской областной юношеской библиотеки. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Елена Кадейкина, заместитель директора по развитию Самарской областной детской библиотеки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Татьяна Гаврилина, заместитель директора централизованной системы детских библиотек. Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, вас поздравляю, наверное, потому что это действительно событие. Неделя, то, что он запускается. В который раз проходит сие мероприятие? Расскажите, пожалуйста. Ну, Елена, давайте, Елена. Мы все готовы, да? Инициатива проведения этого мероприятия общероссийского принадлежит нашему известному писателю, да, классику Льву Косилю. В 1943 году первый раз прошла эта неделя, и главная концепция на тот момент была, это в эту неделю, в трудное военное время, организация встреч детского населения с писателями. И вот с того времени все библиотеки, обслуживающие детское население по всей России, традиционно готовят специальную интересную программу. Тем более, что эта неделя по календарю совпадает с каникулами. И мы предлагаем не только развлечения, но и интеллектуальные мероприятия для детей. Чтобы на каникулы, собственно говоря, дети не сидели, не скучали дома. На улице сейчас тоже не понятно, как мы слышим, ветер завывает еще. Погода, к сожалению, не радует, но надеюсь, что скоро все равно весна возьмет свое. Поэтому вот в эту неделю как раз можно отправиться на интересные мероприятия, которые нам сегодня расскажете. Потому что я, прочитав, дорогие телезрители, прочитав программу всех библиотек, ознакомившись с программой, это действительно очень интересно. Каждый день что-то интересное, зажигательное. Это не просто скучные какие-то экскурсии, это мероприятия, это мастер-классы, обо всем об этом как раз расскажут сегодня наши гости. Ну, а к вам хочу обратиться с таким вопросом, то, что этот год у нас объявлен годом литературы. Собственно говоря, это как-то дало свой отпечаток на этой неделе? Готовились, может быть, особым образом? Либо, наоборот, для вас приятно, для вас каждый день, может быть, праздник, потому что вы все равно связаны с литературой? Ну, мы в своей деятельности, люди, которые работают в библиотеках, безусловно, каждый день касаемся этого. И наши читатели в том числе, которые приходят в библиотеку. Но, безусловно, в этом году, который год литературы объявлен, особое внимание было уделено не просто каким-то более развлекательным таким мероприятиям, которые дети и молодежь могут посетить в эту неделю, но уделяли внимание по содержанию этих мероприятий, чтобы это было все-таки больше связано с литературой, с книгой, используя самые разные формы. У нас есть сюжет, собственно говоря, как в Самаре прошло открытие года литературы. Я предлагаю вспомнить это мероприятие. Ну и вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Находиться в гармонии с природой городскому жителю особенно трудно, но и важно. Чтобы не потерять связь с ней, Татьяна Раевская старается все свободное время проводить на свежем воздухе, в окружении деревьев, у воды или в степных просторах. Именно там мысли чисты, прозрачны и ложатся почти поэтическими строчками на бумагу. Мое было сочинение о природе, о том, как важно ценить природу и почему людям не дано ощущать ее, воспринимать, чувствовать. Как найти гармонию, в чем смысл жизни и что такое любовь? Из поколения в поколение в своих сочинениях 11-классники ищут ответы на вечные вопросы. Самые искренние и пронзительные вошли в сотню лучших сочинений. Юные авторы получили грамоты и ценные призы.
Педагоги – почет и уважение. Так в губернии открылся год литературы. В Самарской области огромные литературные традиции. Мы знаем наших писателей, выросших на Самарской земле. Мы знаем, что здесь, в нашей Самарской земле, черпали свои творческие силы писатели, которые известны далеко за пределами нашей страны. Они благодарны нашей благодатной Самарской земле за те творческие силы, подъем, которые позволили им практически увековечить свое имя в истории человечества. Впереди целый год, наполненный творческими поисками и открытиями. «Библионочь», литературный велоквест по творчеству Алексея Толстого, фестиваль «Цветаевский костер», книжные выставки и литературные гостиные. Итоги года культуры подведут в декабре. Пришло время первого розыгрыша. Разыгрываемые билеты в кино, а киновертикаль ждет вас на любой киносеанс. Собственно говоря, коль уж сегодня говорим о литературе, говорим о книгах, то и вопрос, конечно же, связан именно с этим. Итак, зачитываю вам строчку. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Так начинается. Ну и что же так начинается? Рассказ «Собачье сердце», либо повесть Гоголя «Шинель», либо повесть Гоголя «Нос». 202-11-22. Ответите верно. Быть может, нам зачитаете дальше. Как звучит это произведение. Ну, не все, конечно, хотя бы первые строчки. Получите билеты в кино, киновертикаль. Конечно же, два билета разыграем, так что с собой берете любого хорошего, родного, близкого вам человека и отправляетесь на замечательный вечер в кино. Как раз, коль уж скоро сегодня состоялось, я имею в виду, у детей каникулы, то, может быть, дети позвонят нам и своими родителями отправятся вместе. Хорошо. Ну, а мы давайте пока расскажем о программе. Ну, я так понимаю, то, что у каждой библиотеки, у каждого представителя своя программа, она разнообразная. Вот хочу обратиться к Татьяне, наверное, потому что я знаю, что у вас уже открытие недели состоялось. Рассказывайте, как прошло все? Книжная Всероссийская неделя детско-юношеской книги в Самаре — это 26 детских библиотек и центрально-городская детская библиотека. Общее название этой недели — это «Книжное рандеву». Книжное рандеву – это литературные игры, литературные путешествия, викторины, различные конкурсы. Вот. Встречи с самарскими писателями – это и Наталья Майданник, и Олег Корниенко, и Василий Семенов. На той неделе, 19 марта, мы открыли Всероссийскую неделю в школе номер 6. Это состоялась встреча с сызранским писателем Олегом Ивановичем Корниенко. Он представил свои два сборника, подарил и централизованной системе детских библиотек. И для всех школьников с 1 по 4 класс прошла с ним встреча. Он также представил свои два сборника «Воздушные почтальоны». Представил сборники, которые издаются «Фома» и «Никита и Настя», по-моему, издательство. Вот. Также это встречи и презентации новых современных авторов. Это и посвящены юбилярам этого года. Это и Аника Тор, и Андрей Геворгизов, и Олег Кургузов. Mm-hmm. Все писатели-юбиляры этого года. Ближайшее событие, которое крупное у нас планируется, это в Центрально-городской детской библиотеке, аэродромной 16А. Приглашаем всех читателей, просто жителей нашего города. Он тоже посвящен юбиляру этого года, это 200-летию Петра Ершова. Называется у нас эта программа «Конек, жар-птица и царь-девица». Интерактивное шоу, да, у меня с собой есть афиша, приходите, это и брейн-ринги. То есть весь вечер посвящен Петру Ершову. Брейн-ринги, хендмейд мы будем изготавливать, и перо жар-птицы. Можно посмотреть? Угу. Пожалуйста. Вот. И также, конечно, предусмотрена фотосессия с коньком-горбунком. Ух ты, будет как интересно. Приходите. И ближайшее еще мероприятие, это немножко перескочу, у нас тоже глобальные события в жизни нашей страны, это 70-летие Победы. И совместно с Самарским военно-историческим музеем военного Приволжского округа
Вот. Мы проводим турнир знатоков по истории Великой Отечественной войны для среди семиклассников 12-13 лет. Это победные сражения. Вот. И для детей по окончании этого турнира предусмотрены бесплатные экскурсии в качестве поощрения. Когда начнется турнир? Турнир 26 марта, 12 часов. 25 марта мы ждем на центральную городскую литературное шоу, да, «Конек, жар, птица и царь, девица». И 26 марта турнир посвящен Великой Отечественной войне. Да. И так, конечно, у нас в течение недели ожидается более 100 мероприятий. То есть каждый день в 10 часов приходите, мы будем рады видеть всех. Замечательно. Детей. Ну, у нас есть уже любитель литературы, любитель книг, любитель классики. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый телезритель, мы вас слушаем. Не хочет с нами телезритель разговаривать. 202-11-22, телефон нашего прямого эфира, звоните. Задаем мы такой вопрос. 20 марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Так начинается «Собачье сердце» Булгакова, либо «Шинель» Гоголя, либо «Нос» Гоголя. 202-11-22. Ответите верно, получите билет в кино. Ну, вот так качайте головой, наверное, знаете ответ. Ну, не будем озвучивать. Хорошо, не будем озвучивать. Да, действительно, слишком легко будет нашему телезрителю. Просто позвоните, повторите вашу догадку. Да. Хорошо. Ну, мы узнали, что действительно уйма интересных мероприятий состоится. Чем порадует жители юношеская библиотека областная? Наша программа больше ориентирована на старшеклассников, поскольку дни школьных каникул — это у нас и старшеклассники еще. Не забыли мы здесь и про студентов, несмотря на то, что у них каникул нету, но, тем не менее, у них есть свободное время, которое они могут посвятить какому-то культурному времяпрепровождению интересному, придя в нашу библиотеку. Алина, буквально прерву вас ненадолго, пока не начали рассказывать о программе. Звонок есть у нас опять в студии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сусова Ольга. Очень замечательно. Знаете ли вы, вообще любите ли вы читать? Давайте начнем с этого вопроса. Очень люблю читать. Очень любите. Обожаю классику. Угу. В том числе очень люблю Николая Васильевича Гоголя. Ну, слушайте, ну, по-моему, уже тут есть ответ на вопрос. Но у нас есть два варианта. 2 марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Так начинается «Шинель» либо «Нос» Гоголя. Это повесть «Нос». Это повесть «Нос». Ну что ж, ну действительно верно. Я вас поздравляю. Два билета в кино. «Киновертикаль» достается именно вам. Уже есть тот счастливчик, кто отправится вместе с вами на сеанс? Конечно. Кто? Можете нам открыть секрет и передать привет ему? В зависимости от показываемого фильма, это будет либо мой сын, либо мой муж. Ну, слушайте, ну привет, я думаю, мы им передаем, конечно же, обязательно из этой студии и вашему сыну, и вашему мужу, ну и вам всего хорошего. И спасибо большое за ваш звонок. Ну и, конечно же, спасибо вам большое, что продолжаете читать, потому что, действительно, мне кажется, читать классику – это всегда хорошо, потому что там есть ответы, наверное, на все жизненные вопросы, так или иначе. Спасибо вам большое за столь позитивный ваш звонок. Итак, ну а мы продолжаем рассказывать о программе, которую подготовила областная юношеская библиотека. Программа юношеской библиотеки. Мы ее назвали «Весенние приключения в юношеской библиотеке». Сейчас весна, у всех такое уже настроение, хочется чего-то нового, взбодриться после зимних вечеров, таких, может быть, немного скучноватых, однообразных. Поэтому мы свою программу назвали «Весенние приключения», и очень хотели бы, чтобы люди, которые пришли к нам, наши читатели, для них их посещение нашей библиотеки было неким событием в их жизни. Мы ориентировались, конечно, здесь на, как я уже сказала, на старшеклассников и на студентов. Программа на них больше рассчитана. Используем мы разные формы, тоже очень большое количество мероприятий. Но я хотела бы, наверное, остановиться на самых наиболее интересных, да, таких крупных. У нас, конечно, будут экскурсии по библиотеке для тех, кто придет к нам впервые. Расскажем из детской и покажем. В юношескую, наверное. Да, 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 и так тоже бывает. Наиболее интересные из событий – это живой квест у нас будет проходить. Сегодня он в программе стоит. Основан он на том, что нету заранее подготовленных сценариев развития. То есть все зависит от участников.
Сюжет, конечно, лежит книга, содержание произведения. И все зависит от участников, как он воспринимает, как он вживается в определенную роль. То есть даже по одному и тому же произведению этот квест не может пройти одинаково. То есть это всегда как-то новое развитие событий. В пятницу у нас будет грувология. Это наше уже мероприятие такое брендовое, мы считаем. Будем встречаться с самарским диджеем «Протон». Живая беседа и прослушивание виниловых пластинок, которые имеются в фонде нашей библиотеки, наш эксклюзив. Слушайте, это очень интересно, мне кажется. Это очень интересное мероприятие. С каждым разом все больше и больше посетителей на него. То есть это говорит о том, что действительно очень здорово и интересно для молодежи. А только молодежь ли приходит? Или люди из старшего возраста так поностальгировать? Нет таких? Я не могу сказать однозначно, что там приходит либо молодежь, либо не приходят люди более старшего возраста. Все зависит от собственного понимания, надо тебе это, насколько тебе это интересно. То есть вход свободный, поэтому мы ждем всех, кому это интересно, всех, кто этим увлекается. Ну и как показал опыт, таких людей у нас достаточно много в Самаре. Много. Да. Слушайте, замечательно, хорошо. Что еще? Будут встречи с писателями, с самарскими, с нашими, с молодыми писателями. Можно будет так в неформальной обстановке задать свои вопросы, пообщаться, узнать что-то интересующее, потому что не всегда есть возможность встретиться с этими людьми на равных. Либо они на сцене где-то что-то рассказывают, читают свои стихи, либо мы видим интервью с ними. То есть наш формат предусматривает живое общение с этими людьми. Из интересного, что у нас еще будет? Я даже не знаю, что выбрать из программы. Выбрать? Все интересное, да. Слушайте, вот нашла то, что здесь будет и турнир по настольным играм, да, это «Мафия», «Активити» и так далее. Да, эти игры у нас есть в нашем фонде, и среди читателей тоже есть определенные категории, которые этим увлекаются, поэтому мы будем проводить такое небольшое соревнование для них. И опять же, какие-то мастер-классы хендмейд в технике, в различных техниках, декупаж. Да, декупаж. Ну, здесь, конечно, мы будем работать по книгам, которые есть в фонде, чтобы это было тоже как-то связано с литературой. Будем учиться творить собственными руками, работать с книгой, понимать текст, который... Мне вот еще очень заинтересовало, потому что, мне кажется, как раз... мое мнение, не буду спорить с тем людьми, кто не поймет его, мне кажется, самые интересные фильмы получаются по книгам, потому что, ну, действительно, сценарий, он уже вот вон там, очень интересно. И поэтому, к примеру, как раз у вас есть день, который посвящен, скажем так, кино, это как раз от викторина, от книги к фильму, или какие-то киновикторины, кинопоказы, поэтому тоже, мне кажется, очень интересный день будет. Это интересно, но прочитать книгу всегда более выигрышно. Да, это я не спорю с этим. Фильм тебе уже дает определенное мнение конкретного человека. Либо это, да, режиссер, сценарист, то есть вот как они понимают, либо это какая-то тема, вытащенная из этого произведения. А когда ты читаешь оригинальный текст, то есть здесь уже твоя фантазия работает. Да. С этим я тоже, конечно же, не спорю. Что ж, у нас есть второй вопрос для наших телезрителей. Звучит он так. Мне кажется, пишет он, если бы не литература, мог бы быть садовником. Кто же писал так о себе? Это у нас, собственно говоря, Пушкин, Гоголь, Булгаков, либо Чехов. Выиграете вы билеты на спектакль «Играем Антошу Чехонте». 29.03 в музее Алабина состоится этот интересный спектакль. 202-11-22. Телефон у нас не поменялся за время эфира, поэтому звоните, отвечайте на наш вопрос. Ну и задавайте вопросы нашим гостям, если какие-то такие возникли, если мы что-то не раскрыли. Но я так понимаю, открытие у вас состоится сегодня. Открытие, да, у нас уже сегодня состоялось. В нашей библиотеке, да, уже неделя всероссийская неделя детской и юношеской книги уже началась. Поэтому ждем всех, у кого сегодня начались каникулы долгожданные, у кого есть свободное время, приходите на нашу программу, ждем. Ну, теперь давайте перейду к Елене, о своей программе расскажете нам. Но прежде, ну, за эфиром, вы нам сказали, что сможете нас порадовать каким-то произведением. Пожалуйста, Елена, просим. Я сейчас, наверное, исполню всю свою мечту. Мне хотелось бы всем зрителям передачи прочитать такое стихотворение. «Мы читаем книги вместе с папой каждый выходной.
У меня картинок 200, а у папы ни одной. У меня слоны, жирафы, звери все до одного. И еноты, и удавы, а у папы никого. У меня в пустыне дикой нарисован львиный след. Папу жаль, ну что за книга, если в ней картинок нет? Ну вот, то есть получается, детские книги, они самые интересные все равно. Детские книги самые интересные, детские библиотеки наиболее активные, детские библиотеки меняются. У нас, если возвращаясь вот к теме сегодняшнего эфира, у нас открытие недели детской и юношеской книги состоится завтра в 12 часов. Почему это случилось так? У нас есть... Почему мы не открыли сегодня? У нас есть некая объективная причина. Только что в учреждении, вот сейчас последние штрихи, прямо заканчиваем, закончилась модернизация пространства библиотеки. Мы полностью поменяли мебель в учреждении. Теперь наша библиотека стала еще интереснее, яркая, удобная для детей, удобная для родителей. И завтра в 12 часов мы открытие недели детской и юношеской книги, как главная детская библиотека региона, будем проводить в онлайн-режиме. К нам в 12 часов подключаются библиотеки Сызрани, подключаются библиотеки Тольятти. В этих учреждениях будут нас ждать и читатели библиотек, будут ждать самарские писатели. У нас к нам приедет Иван Григорьевич Бардин, новокуйбышский писатель. Он поздравит читателей региона с открытием этой недели. Потом будет передана эстафета поздравлений в город Сызрань. В городе Сызрани местные писатели Елена Миронова, Татьяна Твердохлебова, Наталья Бондаренко тоже несколько слов скажут детям нашей области, кто подключится в это время к онлайн-трансляции. Потом у нас будет на связи город Тольятти, там наш давний друг Галина Мингачевна Цыпленкова, тоже детский писатель, тоже сможет поговорить с детьми. Это об открытии. Это открытие будет, да. Наша неделя, она в этом году носит такое название, как литературная мастерская. Елена, давайте о литературной мастерской мы пока чуть-чуть промолчим. Хорошо. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Ой, как приятно, что к нам дозвонился ребенок. Как тебя зовут? Анна. Анна, очень приятно. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты ответ на наш вопрос? Звучит он так. Мне кажется, пишет он, если бы не литература, мог бы быть садовником. Кто же так о себе писал? Пушкин, Гоголь, Булгаков, либо Чехов? Чехов. Ну, с помощью родителя, наверное, мам, папа, не знаю. Ну, действительно, это так. По словам жены, Чехов ненавидел, когда при нем срывают цветы, срезают цветы. И утвердил, что садоводство – одно из его любимых дел. Я поздравляю тебя. Конечно же, билеты на спектакль «Играем Антошу Чехон» достаются тебе. 29.03 музей Алабина мероприятие ожидает тебя вместе, наверное, с твоим помощником. Ну и, конечно же, приглашаем тебя вот на любое из тех мероприятий, которые сегодня прозвучали в эфире, анонсы, которые прозвучали в эфире, потому что действительно это очень интересно. А мы продолжаем знакомиться с литературной мастерской. В литературной мастерской, так называется, неделя детской и юношеской книги, которую проводит наша библиотека, мы, значит, тут соединили два направления. Это традиционное, о котором я говорила в самом начале нашей программы, о том, что это традиционно встречи с писателями. Кроме уже вышеперечисленных, которые будут на открытии, у нас еще в нашей программе встречи детского населения с другими писателями. Это можно увидеть в нашей программе, каждый познакомится. Особенно хочется выделить на встречу с писателем, участником Великой Отечественной войны Николаем Александровичем Штановым, который вот для детей, дошкольников будет у нас читать стихи и рассказывать о своих военных буднях или подвигах. Mm-hmm. Подвигах, ну, это скорее, это да? Подвиги, это да. Подвиг. Вот, значит, литературная мастерская. Почему литературная мастерская? Сейчас не секрет, я думаю, для каждого это не секрет, что дети и подростки, читая художественные произведения, в основном обращают внимание на сюжетную линию, на событийную линию. Нам бы хотелось, и мы вот одну из целей проведения этой недели ставим, чтобы дети научились работать с текстом.
Для этого у нас в литературной мастерской несколько мероприятий. Это мероприятие «Как написать отзыв на книгу». То есть они получат, дети и подростки получат определенные навыки работы с литературой, работы с книгой. Будут несколько мастерских, как самим написать стихи, как самим написать прозу. Произведения будут разыграны в Театре теней, который в нашей библиотеке работает. Будет проведен мастер-класс одной из наших читательниц, второклассницы Сони Сонис, которая изучила очень глубоко разнообразие книг, представленных в нашем учреждении, от обычной книги до книги 3D с дополненной реальностью. Такие книги в фонде нашем есть, и с ними можно познакомиться. И мы объявляем еще конкурс для детей и подростков Самарского региона под названием «Книги, которые читаю я». В этом конкурсе мы предлагаем всем желающим подготовить некий такой виртуальный продукт, это виртуальную книжную выставку, чтобы ребенок сам в любой программе с использованием информационно-коммуникационных технологий, да, подготовил такой объект, где он рассказывает о своей любимой книге, о той книге, которая ему понравилась. И чтобы другие смогли, ребята, выбрать эту книгу тоже прочитать. Для себя, для прочтения. Ну, слушайте, ну тоже очень насыщенно, интересно. Есть что выбрать, собственно говоря. Даже если не пойди не на всю неделю, к примеру, там невозможно, да, то какой-то день уж обязательно нужно посетить. Полностью всю программу можно с ней ознакомиться на нашем сайте, сайт Самарской областной детской библиотеки и группа ВКонтакте у нас тоже. Там полностью анонсируется и неделя полностью, целиком, и каждое мероприятие отдельно. Так что заходите на сайт, мы будем вас рады видеть. Что ж, ну, у нас на телекомпании принято жители нашего города спрашивать какие-то интересные вопросы. Это могут быть их личные предпочтения, не знаю, в кулинарии, по отдыху заграничному, либо, наоборот, российскому. Ну, и точно так же мы когда-то спрашивали, а какой же любимый поэт, какой же любимый автор у жителей нашего города. Интересно узнать, очень что же интересно. Один им ответили. Давайте посмотрим, кого же предпочитают самарцы. В свое время Роберт Рождественский, Евтушенко. А сейчас на современном этапе не могу сказать, кто любимый. Вообще русская поэзия сильна? Она была сильна, а сейчас я бы не сказала. Но современник есть, Антон Рева. Я не знаю, знаком ли он кому-нибудь. А из классики, не знаю, не особо любитель. А что-нибудь процитировать можете? Нет, наверное, нет, не смогу. Ну, наверное, Булгаков, я так думаю. Какое произведение его? «Мастер Маргарита». Да, что-то такое. А как давно перечитывали? Перечитывал, ну, наверное, где-то год назад, наверное, последний раз. До этого долго очень пытался прочитать. На пятый раз, наверное. Сергей Есенин. А какие любимые произведения? Ну, произведения какие любимые? Ну, у него они же все отрывками в основном, поэтому я вам... Читать, я думаю, незачем вам. Но я, в принципе, всю его поэзию, я как бы отношусь к ней очень хорошо. Ну, вы знаете, к поэзии, конечно, хорошо отношусь, но я не понимаю, вот любимые, их много, и есть любимые какие-то произведения, а вот так, что вот я обложилась там и засыпала, и вставала с Пушкиным там, или, я не знаю, с Мандельштамом, наверное, такого нет. Скорее всего, это Пушкин будет. Наверное, это самый великий поэт. Очень мне нравится. Что ж, ну, мы вот так вот весело, задорно посмотрели наш опрос. Действительно, ну, по крайней мере, читать необходимо. У каждого есть, наверное, свои любимые предпочтения. Ну, я считаю, что можно как-то расширять кругозор, что-то интересного, новое для себя узнавать. Что ж, у нас есть еще один вопрос для наших телезрителей. Собственно говоря, начну, наверное, с билетов, куда мы разыгрываем. Потом будет мой вопрос связан именно с этим. Билет на спектакль «Путь к счастью» по роману «Война и мир» Музея Алабина состоится 28 марта.
Ну и вот, собственно говоря, у меня тут есть вот такие вот 4 заготовочки. И какое из проведенных оригинальных дореволюционных названий произведения Льва Николаевича Толстого правильное? Вот, пожалуйста, выбирайте. Либо вот, ну, я даже сейчас не смогу прочитать, все написано «Война и мир», только вот с какими-то другими буквами, видоизмененными, с твердым знаком на конце. 202-11-22, 1, 2, 3, 4, правильно. Звоните, отвечайте, и, собственно говоря, получите билеты на спектакль «Путь к счастью» по роману «Война и мир». Ну, а мы с вами давайте поговорим в общем. Мы уже узнали, да, действительно, то, что библиотеки сейчас это какой-то новый подход к детям, к своим читателям. Это действительно какие-то интересные мероприятия, мастер-классы и так далее. Но все же, я знаю, что есть у вас, как у работников культуры, как у работников библиотек, какие-то свои секретики, как же приучить ребенка к чтению. Есть? Ну, конечно, давайте несомненно, есть. Для того, чтобы ребенок начал читать, прежде всего нужно, чтобы читали родители. Если ребенок видит в руках у родителей книгу, если он получает совет, он сможет поговорить о книге. То есть наверняка ребенок будет читать это 100%. Есть даже такой прием, о котором пишут сейчас, что даже когда ребенок еще маленький и ползает, поставьте ему в зоне его досягаемости полочку с книгами, и он пальчиками будет трогать книгу, корешки, и такой вот корешочек, да, и уже такой тактильный контакт, он уже является вот первым шагом к тому, что ребенок понимает, что поймет, что это за объект. Угу. Вот. И далее и основную работу мы и с детским населением ведем, и большой акцент мы делаем на работу с родителями, ну, с руководителем детского чтения вообще, с теми, кто интересуется книгой, да, и с родителями в частности. В год литературы у нас стартовал такой проект в объективе «Детская книга». Это всем, кто интересуется литературой, каждый месяц проводят большие лекции с привлечением специалистов в этой области и рассказывают о всех новинках, о приемах работы с книгой. То есть это вот то, с чего мы начинаем. То есть мы родителям рассказываем, а потом родители приводят своих детей и вместе работаем по привлечению. Все равно все начинается от родителей. Пример, он заразителен, как мы знаем. Что ж, у нас секундочку, буквально есть звонок, а после, я думаю, Татьяне как раз дадим слово, потому что у вас тоже есть несколько советов, я так понимаю. Здравствуй, уважаемый телезритель. Давай сначала с тобой поздороваюсь. Здравствуйте. Ох, как приятно, что к нам дозвонился мужчина. Ну, прямо у нас сегодня разносторонняя компания. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, какое же из проведенных оригинальных, дореволюционных названий произведений Льва Николаевича Толстого правильное? Первое, второе, третье, четвертое. На мой взгляд, первое. На ваш взгляд, первое. Ну что ж, я вас поздравляю, у вас действительно верный взгляд, острый взгляд. Билеты на спектакль «Путь к счастью» по роману «Война и мир» достаются вам 28 марта. Освобождайте вечер и отправляйтесь в музей имени Алабина. Поздравляю вас. Ну и, конечно же, желаю вам, если у вас есть, быть может, ребенок, обратите внимание. Приходите. Татьяна, что у вас еще есть? Я и хотела бы добавить, что один из главных советов — запишите ребенка в ближайшую детскую библиотеку, приходите к нам, мы вам поможем. И мы готовим рекламную продукцию, можете посмотреть, здесь представлены некоторые образцы, это лучшие современные авторы, их книжки, и наши советы о том, как приучить ребенка читать. Приходите. Можно почитаю советы? Пожалуйста. Потому что образцы, да, мы сейчас не сможем. Читайте крохи, стихи, рассказы, показывайте картинки к стихотворению. Книжках, да. Выбирайте книги для ребенка, ориентируясь на его возраст. Ну, собственно говоря, действительно, не нужно, наверное, слишком вперед гнать свое чадо. Если малыш уже научился читать, но предпочитает слушать вас, не отказывайте ему в этом. Необходимо все-таки читать ребенку. Ну, моим детям 13-15 лет, и мы с удовольствием до сих пор читаю им. Когда я им, ну... Пока это взаимное удовольствие. Пусть мне кажется, да, это действительно хороший... Раньше были семейные чтения, да, то есть специальные литературные салоны, когда люди собирались, просто читали книги. А мы просто думаем о том, что ребенок повзрослел, мы хотим отдать ему книжку, да, и оставить его наедине. Но мне кажется, это семейное общение, оно и способствует тому, чтобы дети читали.
Ну да, действительно, запишите ребенка в библиотеку, регулярно ее посещайте. Я думаю, это, наверное, самый веский, самый интересный совет, который можно дать. Хорошо, ну, я думаю, о неделе детской и юношеской книги мы сегодня рассказали действительно все. Так или иначе, всю дополнительную информацию можно посмотреть на сайте. Вся программа, все это выложено, собственно говоря, какие-то афиши. Все это известно, так? Хорошо. Да. Ну, я знаю, что совсем скоро, вот буквально апрель, не за горами, состоится еще одно очень интересное событие. Алина, я предлагаю, чтобы это вы наверное, про Библию ночь. Про Библию ночь. Да, действительно, в апреле 24 числа состоится уже долгожданное событие многими жителями нашего города, в том числе, Библионочь. Эта акция уже стала всероссийской. Самара традиционно будет принимать в ней участие с 2012 года. В этом году определена также единая тема, как и все предыдущие. В этом году тема звучит так: «Открой дневник, поймай время». Угу. То есть тема, на первый взгляд, может показаться... Замудренной. Да, такой сложной, но на самом деле она очень интересная, и ее можно привязать как к сегодняшнему дню, так и к прошлому. То есть дневники — это те, которые писали путешественники, например. Да? Дневник сегодняшнего времени — это тот же самый там Твиттер, социальные сети, что-то еще. Сюда можно же также школьные дневники, то есть это тоже отдельная тема для разговоров, для обсуждения. В этом году будет особый такой акцент сделан на именно содержательной части мероприятий, которые войдут в Библионочь. Наша библиотека традиционно будет курировать Библионочь на территории Самарской области. И вот хотелось бы так, может быть, немного похвалиться, что давайте. Самарская область два последних года подряд занимает лидирующее число по количеству библиотек-участниц. То есть у нас максимальное количество библиотек на территории всей Самарской области принимает участие в этом событии. Я думаю, тоже некий показатель того, что, значит, населению это интересно. И сотрудники библиотек организуют интересные события и мероприятия, на которые люди хотят приходить. Поговорить о книгах, хотят приходить в библиотеку. Угу. Поэтому... Ну, то есть мы ожидаем Библионочь. Мало того, что сейчас конечно. У вас прям мероприятие за мероприятием. Не устаете? Это повседневная наша деятельность. На самом деле в библиотеках очень активная жизнь идет. Может быть, она это не всегда... скучно ни в коем это случае. Это ни в коем мере не скучно. И вот читать книги, как принято, да, вот где работать в библиотеке, ну, наверное, книги читаете. Книги читать некогда. То есть постоянно организовывать мероприятия. Да, ну что ж, у нас остается совсем считанные секунды до конца эфира. Я хочу вас поздравить с наступающим днем культуры. 25 марта состоится работника культуры состоится это событие. Поздравляю вас. Я думаю, вы непременное отношение имеете к этому. А нашим телезрителям сказать то, что в 2015 году Самара выбрана библиотечной столицей России. Что же это значит? Я думаю, вы узнаете как раз совсем скоро. Смотрите эфиры, смотрите телеканал Самара ГИС и обязательно вам об этом расскажем. Вам спасибо, что были сегодня с нами. Обязательно, думаю, наши телезрители заинтересовались вашими мероприятиями, придут и проведут эту неделю весело и интересно. Всего доброго, пока-пока.